Приветствую всех! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. И сегодня предлагаю вам интересные котлеты. Кому приелись обычные котлеты? Этот рецепт для вас! Эти котлетки получаются вкусные и необычные. А еще я покажу, какой соус лучше подавать к этим котлетам. Очень вкусный, любимый мой соус тартар. И для этого я взяла 600 грамм филе индейки, перемолола его в фарш. Но можно спокойно заменить и куриным фаршем. И это не принципиально, получится тоже очень вкусно. Теперь к фаршу добавляю одну упаковку, это 200 грамм крабового мяса. Можно заменить и крабовыми палочками. Одну луковицу измельчила на терке. Одно яйцо. И теперь специи. Это перец, карри, сладкая паприка, соль и чеснок. Добавляю все в фарш. И одну столовую ложку сметаны. Если фарш жидковатый, можно добавить одну столовую ложку муки. Хорошо вымесила и оставляю фарш подружиться со всеми ингредиентами на 10 минут. Затем руки смачиваю водой, беру фарш и формирую котлеты. Обмакиваю в панировке. У меня кукурузная мука, но можно заменить и панировочными сухарями. И вот сколько котлет получилось с этих ингредиентов. 13 штук, хорошее число. Затем котлеты выкладываю в раскаленное масло и обжариваю до золотистого цвета. Вот какие красивые они получаются, румяные. Накрываю крышкой и жарю вторую сторону под крышкой. Ну вот, котлетки готовы, снимаю их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался. Готовим вкусный соус тартар. 100 грамм сметаны, 50 грамм майонеза. Затем добавляю 2 больших соленых огурца, мелко-мелко порезанных, зелень укропа и чеснок. Все хорошо перемешиваю. Немного соли, горчицы и черного перца. И теперь все хорошо перемешиваю, и вкусный соус готов. Подходит как к рыбе, так и к мясу. Ну вот такие румяные красивые котлеты получились. И сейчас будем пробовать. Можно подавать их с рисом или с картофельным пюре. Я буду сегодня с квашеной капустой. Сейчас разрежу и покажу, какие же они внутри получились. Вот такие вот котлетки. Ну, давайте уже попробуем. Какие вкусные котлеты! Таким необычным вкусом, но рыбы совсем не чувствуется. Очень вкусно с соусом тартар, да с капустой. Попробуйте обязательно. Разнообразьте свое меню. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Пусть и они попробуют эти вкусные, необычные котлеты. Всего вам доброго! Мир вашему дому! Здоровья, счастья и любви! Удачи на кухне! До новых вкусных встреч! Пока-пока!